брошенного хозяевами песика нашли на улицах американского Канзаса. Бедняга еле ходил на согнутых ногах, потому что по всему его телу были огромные колтуны. За заросшей шерстью было трудно разглядеть породистого пса Шицу, но благодаря добрым людям он невероятно преобразился. Один из прохожих не смог остаться равнодушным, проходя мимо песика и позвонил в приют. Сотрудники организации Casey Pet Project в Канзасе, США, спасли этого песика, которого бросили хозяева. За огромными колтунами на шерсти было трудно разглядеть собаку, но это оказался 11-летний пес породы Шицу, которому дали кличку Саймон. Бедняга с трудом передвигался на согнутых лапах из-за тяжести колтунов. Его шерсть была покрыта блохами и настолько запутана, что песику было тяжело ходить. Хозяева забросили Саймона и не ухаживали за ним много лет, а потом и совсем выбросили на улицу. Команда ветеринаров рассказала, что это был худший случай с колтунами, который они встречали, но они были готовы помочь. Они более 2 часов стригли колтуны Саймона, и в итоге им удалось убрать больше 3 килограммов шерсти. Мы никогда не можем предсказать, с какими еще сложностями столкнемся после стрижки заросших собак, но к нашему удивлению, кожа Саймона была в хорошем состоянии. Он худощавый и полностью покрыт блохами, но сейчас мы ему активно помогаем, говорит сотрудница центра спасения. Саймон терпеливо перенес все процедуры. Самое сложное было позади, и хотя он боялся всего вокруг, после стрижки мгновенно посвежел. После процедуры его впервые за много лет искупали. Сейчас персонал чутко заботится о Саймоне, он проходит необходимую реабилитацию и скоро станет еще красивее и счастливее. После восстановления его возьмет к себе неравнодушная женщина, она уже обратила внимание на этого песика. Будь счастлив, Саймон!